Итак, ребят, всем привет! И сегодня мы будем продолжать играть в Injustice 2. Неужели мы попали туда, куда нам нужно? Да, теперь будет Флэш сражаться с таким роботом, на котором мы закончили, с плоскими глазами и с большой дылдой в руке. Дылдой? Ну, с автоматом в руке. Давайте сейчас набьем ему щец и посмотрим, как будут дальше развиваться наши события. Итак, ребята, мы играем за Красного, как вы поняли, да? Мы за Флэша. Флэш просто быстро. Помним, как он ему прострелил колено. Вот, когда Флэш бежал со всей скоростью, опаздывая куда-то, наверное, в туалет. Это было, конечно же, здорово. Но мы все-таки смогли. Смогли выстоять, и наше колено, в принципе, оно выздоровело. Итак, ребята, как видим, мы уже... Половину жизни уже вымочили из него, и это здорово. Так, сейчас поедим бургер. Херня бургер. Так, ладно, давайте набьем, начистим ему рожицу. Отлично. А, как он бьет, как его? На, получай, получай, гад, получай, на. Ого, он меня заморозил. Эй, постой, так не нужно делать. Почему? У него есть жидкий азот. Ага, теперь я понял, в его баллонах жидкий азот. Вот почему он так меня замораживает. Вот что у него на этой, на животе висит, на поясе. Так, его нужно хорошенько поминать. Ого, вот эта схватка. Вот тут мы уже сблизились. И здесь нужно быть опасно, предельно осторожно, потому как здесь можно получить хороших дюлей. Ничего себе, двойное сальто, ребят, это было здорово. Да, да, мы его вынесли. Неужели? Флэш просто ликует. Неужели? Да. Итак, ребята. Подождите, что они в заложниках? Почему их взяли? Блин, нашу красавицу взяли. Ее нужно срочно освободить, потому как она неплохо дерется и... Блин, как хорошо, что ее хоть не убили. Женщина-кошка, коза. Не понял, что это было. Оба! Поняли, ребята? Женщина-кошка теперь за нас. Ха-ха! Вот она что. А я говорю, что не может быть женщина-кошка. Кошка быть врагом. Кошка. Кошка, женщина не может быть врагом, потому что она должна быть за нас. Потому что, посмотри на ее миловидное личико, мы понимаем, что женщина-кошка должна быть за нас. И это тоже крутая девушка, которая должна с нами быть в команде. Как видим, теперь у нас есть две крутых женщины в команде, которые будут сражаться и побеждать всех плохих. Всех плохих и уничтожать их. Отлично, ребятушки, отлично. Так, сейчас они поболтают, и мы узнаем, что будет дальше. Какой расцветка, какая форма. Отлично, сканет, завис в воздухе, и мы не знаем, что делать. Но нужно всех бороть и побивать. Так, роботы ходят, сканируют местность, ищут табак в городе, и его нету. Что это? Флэш, мочи ему с ноги, а? Не понял, что это такое. Ничего себе, вот это у него силу Флэш. Ну, потому что он быстро, его называют Флэш. Вот это я понимаю скорость. Мне бы такую скорость, да, ребят? Вы бы не отказались. Я уверен на все 100%, что вы бы не отказались от такой, от таких скоростях, от таких заносов, которые выполняет Флэш. А вот тут, конечно, он прогадал. Подождите, он что, через себя, что ли? Ничего себе. Да ладно, он даже если задел чуть-чуть, лишь концом только. Ничего себе, глянь. Сейчас мы боремся. Подождите, мы сейчас боремся уже с другим, получается. Кстати, он похож на нас, посмотрите, у него костюм практически, как и у нас. Ну ладно, давайте попробуем атаковать. Ничего меня шмаляет. Вот это да. Ну-ка, вымочи-ка ему вон в статую. Чтобы он в статую улетел. Давай, давай, Флэш, бей его, молния. Давай, наведи ураган ему. Сделай ему торнадо промеж ног. Давай, подведи итоги. Ничего себе, моя голова просто стала зеленой. Ах ты какой, блин. А ну получай. На, гад, получай. Да, вот это супер удар. Ага, не надо так бить, пожалуйста, побеждите меня, подождите. Вау, я умею круто, супер делать подкат. И сейчас я тебя завалю уже. Давай, ты меня не сделаешь, я знаю. Потому что я Флэш, я быстрый, не то что ты. Конечно, Флэш мог двигаться, конечно, еще немного побыстрее. О, супер балетическая, атлетическая формула. Ничего себе, вот это да. Аж в Египет уже ускакали. Вот это я понимаю, переход со временем времени. Ого, даже в прошлое вернулись, ну это круто. Так, что-то из прошлого привез. Подождите, что это было? Я даже вообще ничего не понял. Что-то такое произошло, что у меня просто голова аж закружилась. Но зато это прикольно. Давай, Флэш, ну еще чуть-чуть капелька. Давай, мальца, мочи ему, давай. Стрельни его. Покажи ему. Ударь ему цветком, и он умрет. Ему осталось ударить мотыльком. Так, подождите. Не понял. Подождите, что это? Ничего себе удар. Вот это я понимаю. Ему бы футбол в команду записаться в российскую сборную. Тогда бы он вообще был бы налегке. Подождите, кто такой? Брат Флэша? Вы знаете, у меня такое ощущение, что это брат Флэша. You belong here. Подождите, I'm the body iron. Блин, по-моему, это брат Флэш. А может и не брат Флэш, я даже не знаю, я не могу сказать точно, потому что я этот фильм и мультики как-то не смотрю. Ну, я так думаю, что это брат Флэш. И посмотрите, он что, он практически быстрее его. Или наравне? Наверное, наравне. Ну, конечно, удар был жесткий. По ветру, ребята понеслись. Вот это понимаю скорость. Да им легкую атлетику сдавать бы. Хотя что сдавать, они и так уже сдали бы ее давным-давно. Они там не участвуют. Вот это скорость. Они, ребята, за одну минуту всю планету пробежали. Да, на таких скоростях бегать, конечно, это жесть. Но зато прикольно смотреть, я, кстати, скажу. Гляньте. Ничего себе, такого я давно не видел. Серьезно, вообще-то в мультиках может и показывать что-то вроде вот такого вот. А так я давно не видел. Так, замедленная съемка. Блин, жесть. Да ладно, с такой скоростью машина бы вмялась до бензобака. Я не поверю, что на такой скорости они врезались и не убили эту машину. Прочь, опять бегут, гляньте.
бегут и друг другу пинают. Блин, на самом деле прикольно, вот отвечаю. Вот такого я давно не видел. Да, вот тут прямо такой момент такой необычный, это сюжетик такой, ничего. Вот, а так что-то поначалу так себе, какая-то ерунда, ересь. А вот здесь уже разработчики немного не поленились. Хоть что-то нам показали. Можно даже сказать, как и мультфильм. Я могу сказать, что такое ощущение, что я посмотрел такого частичку мультфильма. Даже чуть-чуть поучаствовал в него. В нем. И отлично. Так, подожди, что-то знакомое место, да? И, по-моему, начало уровня. Там кто-то. Нет, это место похоже на телефоне есть игра Injustice тоже 2, да? Вот, на Apple, короче, вот там играть можно. Вот, что-то похожее. Это какая-то киношная студия, что ли, или там что? Вот. Там тоже можно играть. Телефонов. Это здорово. Так, ладно, давайте сейчас его завалим. Своего бро. Бро, и камон, я тебе сейчас наваляю сюда, бро. У меня есть молния. Давай, получай, гад. Так, давай, вставай, ну чё ты? Вот, видишь, я уже чайку попил неплохо. Успел сбегать. Так, подождите, на заднем фоне стоит мустанг, что ли? Ничего себе, тачара, я хочу в нее сесть. А гляньте, тут большая баги. Как называют, няньки, помним? Фильм «Няньки», там такая большая машина стояла. Они еще проезжали по машинам, прям по капотам. Такая мышечная тачка, обожаю этот фильм, крутой просто. Давай, Флэш, победи его. Неужели ты засышь? Блин, кстати, смотрите, у него очень медленно жизни отнимаются, вообще медленно. Да. Нет, мы все равно, я думаю, победим, потому что мы выиграем. Но очень долго, конечно, бой идет, продолжается. Очень долго. Но зато сейчас мы выиграем и посмотрим, что будет дальше. И это здорово. Самое главное, что мы увидим, что будет дальше. И это классно. Так, подождите, он свалил. Все, засал, испугался. А это кто? Кто это такой еще? За зеленый. Чувак, зачем ты маску из пластиковых бутылок вылил? Вылил и выплавил в свои глаза. О боже, лучше этого не нужно, видеть меня. Флэш есть Флэш. Флэш ему лет 40, наверное, только посмотреть на его лицо. А это кто за красавчик? Кто это за красавчик? Тебя Бэтмен послал? Хм, интересно. Да, наверное, тебя послал Бэтмен. Ну что, опять что ли махаться, обалдеть? Да у меня брат Флэш уже отнял половину жизни, опять они мне прибавились? Ну хорошо, всегда бы так, а? Так, ладно, давай помахаемся. Блин, а вот этот сильный, хочу сказать, сильный. Ох, какой сильный, да ты ж чего так, а? Дерёшься-то, не нужно мне так это, драться. Блин, какой мощный, посмотрите, зеленый, зеленый как сопелька. Сопелька моя, сопелька, давай, получай, гад. Сейчас я тебя нагну, давай, получай, гад. О, вот это я понимаю, люминесцентные лампы полетели в клочья. Конечно, эффект был крутой, но лампы не разбились, а лишь разбилось стекло, находящееся, скрывая под лампой свои лампы, уводя их вдруг, наконец, тыри-тыри-тын. Так, ладно, отлично, что тут будет еще дальше, на, получай по балде. У него уже идут такие удары, они отражаются на его теле, хотя мои руки уже ничего не делают. На, побалдеть, я мусорный бак. Если у меня были 3D очки, этот мусорный бак полетел прямо в мое лицо, и мне было, наверное, больно и неприятно нюхать мусор. А если очки передавали какой-нибудь эффект 15D со запахами мусора, это было просто отвратительно. Так, ладно, опять сблизились. Давай, ему остался еще один кончик, и все. Просто дай ему по яйцу, и он упадет. Ну давай, мочи, во, я же говорил по яйцу дать, дал по яйцу, вот и все, он согнулся. Теперь ему очень больно. Давай, Флэш, мочи ему с ноги, ему будет нормально. Да ладно, вы что, поздоровались, что ли? Да хватит тебе. Я, знаете, не понимаю эту игру. Здесь дерутся до конца, или это, знаете, так, чисто это спарринг такой, файтинг-бой. Я вот это вот не понимаю в этой игре. По-моему, это так. Потом они обнимаются, целуются там, и все. И кошмар какой-то. Ну, так не делайте, на самом деле. Если ты увалишь, значит, вали. А то какая-то фигня получается. Итак, ребят, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Вот, ждите продолжения. Посмотрим, что будет дальше. До скорой встречи. До свидания.